Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Готовлю вкусный, бюджетный деликатес. Шеи индейки. Достаточно диетическое блюдо. Главное их правильно приготовить. Оставайтесь со мной. Я покажу вам, как готовлю их я, чтобы получилось, ну, очень вкусно. У меня здесь две крупные шеи индейки. Они почти на килограмм. Я их хорошо помыла, срезала лишнюю пленку. И сейчас я их разрежу на три части. Можно разрезать на две, можно на четыре. Смотрите, какие шеи у вас по размеру. Также мне еще понадобятся приправы, специи и коренья. Я возьму одну среднюю луковицу, морковку, лавровый листик. Здесь у меня черешки сельдерея, конечно же, черный, белый, зеленый и розовый перец с горошком. В общем, смесь 4 перца. И также буду брать чеснок. Солить шейки индейки я также буду. Расскажу все в процессе приготовления. А сейчас нарезаю шеи, чтобы они у меня поместились в кастрюльку. Нарезала их так, чтобы они свободно умещались в кастрюльку. Далее наливаю воду. Включаю газ, даю шеям закипеть и обязательно сниму пенку. Так как это индейка, продолжаю варить в этой воде. Я не буду сливать первую воду. Всегда шеи индейки варю в первой воде. Шейки закипели. Лишнюю пенку я сняла. И вот теперь дальше я опускаю лук, морковь и все коренья. Лаврушечку. Конечно же, чеснок. И перчики. И после закипания я буду варить 1,5-2 часа. Чем дольше варятся шейки индейки, тем они мягче, вкуснее и легче отделяются от косточки. Чем крупнее у вас шея, тем дольше надо варить. Ориентируйтесь по их размеру. Шеи сварились. Получилось невероятно ароматно. Варите шеи именно вот так, с кореньями, с приправами, со специями, с любимыми. И вот то, что я вам хочу показать, вот что я сказала, что чем дольше варим шеи, вот мясо, смотрите, как с них отходит. Вот так отходит мясо. Во-первых, в них и мяса очень много. Они еще очень вкусные, пропитанные вот этим бульоном. Насчет соли. Соль я кладу по вкусу где-то примерно за 30 минут до конца варки. Вот так. Поэтому пробуйте, готовьте. Это очень вкусное такое диетическое мясо. Всем огромное спасибо. До свидания и пока-пока.